Дети – это особый климат, особая атмосфера. Они окружают меня всю мою трудовую деятельность. Через историю родной страны мы передаем ее величие и мощь, ценность сегодняшних дней. Как историк, я знаю, что все зависит от правильного понимания. Иногда даже коррупцию связывают с культурой и традициями. Разве история учит предавать и незаконно обогащаться? Напротив, мы всегда восхваляем наших батыров, верных своему слову и родине. Именно они предопределили судьбу независимой страны. Главные ценности в истории нашей страны – это честность, отвага и безграничная любовь к своей земле.